Соник шоколадные конфеты. Соник Филомена. К чему снятся шоколадные конфеты во сне по Сонику? Снятся шоколадные конфеты, в ближайшее время предстоит испытать множество положительных эмоций. Вас посетит вдохновение, финансовые дела будут успешными, получите большую сумму денег. В отношениях с друзьями наблюдается полная гармония. Покупать шоколадные конфеты во сне. Покупать шоколадные конфеты по Сонику означает приезд родственников издалека. Неожиданные гости удивят спящего, однако когда смущение пройдет, эмоции примут положительный характер. Кушать во сне шоколадные конфеты. Приснилось, что кушаете шоколадные конфеты, особое внимание необходимо уделить их качеству и вкусу. Свежие, вкусные конфеты сулят новые проекты, получится реализовать собственные смелые идеи. Горькие на вкус сладости предвещают огорчение, не исключено заболевание. Снится много шоколадных конфет. К чему снится много шоколадных конфет? Ваши дела будут успешными, заключите удачные сделки и получите покровительство от богатой личности. Можно ожидать пополнения в семействе либо свадьбу, если сновидение видит незамужняя девушка. Приснились шоколадные конфеты в коробках. Видеть во сне шоколадные конфеты в коробках, на его материальное положение заметно улучшится. Сейчас удачное время для вложения средств в подписание серьезного контракта. К чему снятся шоколадные конфеты в обертке? Сон о шоколадных конфетах в обертке сулит знакомство с занимательной личностью. Чем вкуснее была конфета, тем более значимым оно окажется. Съели конфету и получили огромное удовольствие, с этим человеком вас будут связывать близкие отношения. Снится шоколадная конфета с начинкой. Шоколадная конфета с начинкой снится к свиданию, которое перерастет в отношения. Конфеты с вафельной начинкой предвещают разговоры со своими престарелыми родителями. Наберитесь терпения и старайтесь не говорить лишнего. Толкование сна. Конфета. Стрелка направо. Тема сна. Пища. Видео. К чему снятся шоколадные конфеты?